Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Шестая часть по вязанию пледика «Иллюзион» и шестой блок, блок номер 6. Провязывать будем, меняя цвет каждый раз, когда у нас есть метка. Берем все тот же расчет единый. Он не меняется, только меняем цвета. Итак, цвет белый. Два красных разделителя. Желтый, два красных разделителя. Белый, два красных разделителя. Это увеличение полотна. Уменьшение. Черный, желтый, белый. Итак, 4 штуки. Еще раз. Тоненькие полосочки. То есть, в отличие от всех предыдущих квадратов, эти квадратики меняют цвет каждую полосу. Так, белый, желтый, белый, черный, желтый, белый. Пестрое оформление у данных блоков номер 6. Все то же самое. Ставим им номер. Завязываем хвостики, прикрепляем номер, отмечаем номер на самих блоках, если есть такая возможность их потерять и смешать, и откладываем в лист ожидания.